Восточной Пруссии наши войска вели наступательные бои. Северо-восточнее и восточнее Франкфурта на Одере наши войска с боями заняли более 150 населенных пунктов. Юго-восточнее Кюстрина наши войска разгромили значительную группу немецких войск, захватив орудий 163, минометов 55, пулеметов 167, автомашин 1626, мотоциклов 500. В Будапеште продолжались бои по уничтожению гарнизона противника, окруженного в западной части города Буда, в ходе которых наши войска заняли 10 кварталов. Восточнее и юго-восточнее города Текеш-Пехервар наши войска продвинулись вперед до 20 километров, заняв более 60 населенных пунктов. За 3 февраля подбито 120 немецких танков в воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 30 самолетов противника.